Дело в том, что как и Леонид Афремов, так и я, и наш общий земляк Марк Шагал, мы происходим из замечательного белорусского города Витебска. Леонид Афремов, он в моем становлении сыграл очень большую роль. А в наши юные годы он очень много рассказывал мне, как старший товарищ, о художниках. Мы рисовали с ним вместе. Вот я, к сожалению, не стал художником, вот только актером. А Леонид Афремов стал совершенно замечательным, очень интересным мастером. И, конечно, знакомством с таким мастером я безумно горжусь. Для меня огромная радость видеть его картины, потому что они настолько передают вот, очарование и любовь к жизни в разных своих проявлениях. Для меня лично является огромным впечатление на меня производят те его картины, где Леонид рисует свет. Вот свет, который светит с его картин, это отражение света его души. Вот, и я очень горд, что судьба подарила мне возможность в течение всей жизни общаться с Леней, для меня он Леня, дружить, шутить, обмениваться своими работами, я ему показываю свои фильмы, у меня есть его картины. Я хочу пожелать всем вам, уважаемые друзья, испытывать такое же наслаждение от его работ, которое...